Так, детишки, свою миссию закончили, я так понимаю, на сегодня. Понравилось? 50 деревьев посадили, да? Угу. Друзья, как видите, каждая есть подпись на дереве, что ребенок посадил. Они будут свое дерево получать, забирать. А, то есть они еще его не посадили. Они просто пока сделали это. Они посадили на 2 года вот в эту штуку, они потом будут за ними ухаживать дома. Они дома за ними ухаживают? Я так поняла, да. Ага, все понятно. Все теперь понятно. Да, это очень серьезно, насколько, смотри, грамотно приучают. То есть они 2 года теперь должны за этим деревом ухаживать. Через 2 года им скажут, давайте это дерево несите. Потом они его здесь вот где-нибудь воткнут, посадят, и оно будет расти. Это вообще сильно. Да? Подход грамотнейший просто. Друзья, вот так вот, если вы работаете учителями в школе, или учителем, или учительницей, таким образом приучают детей. Я не знаю, правда, может, в других местах тоже так, но я просто впервые это вижу такое, поэтому говорю это. Приучает к тому, чтобы человек берег природу, ухаживал, смотрел, то есть с детства. Такие вот интересные темы. Так, собаку на место. А, разлил песик. Прикольно. Дети счастливы, блин. Сейчас песика порвут. Сидеть, говорит песик. Next. Сфотографирует сзади. Так, еще раз дубль 2. Массовка пошла. Мэра 1, 2, 3. Мучангас. Вот так вот, друзья, весело на Мальте сажают деревья. Да? Ага. Не знаю. Мне кажется, они все-таки должны сажать здесь. Нет? Ну-ка, давай у Стефана спросим. Если сажать здесь. Ну, они их домой забирают, эти деревья, или что они с ними делают? Просто я не до конца понял тему. Спасибо, человек. Sorry. One question. They will not take it home. Not now. We'll let them grow a bit. They need a lot of care. And then we'll give them to the kids. They come back here. Okay. And there are some with the names on them. Ah, okay. So they go for them, yeah? Then they will take care of it, like... When it's bigger, yeah, they keep it. They keep it forever. They have a garden. They plant it. If they don't have a garden, they can leave it here. Okay.
В общем, получается, они чуть-чуть оставят их, потому что немножко надо за ними заботиться, так как ну, дети могут не совсем понять, как. И потом они сейчас чуть позаботятся, они чуть-чуть подрастут, они опять дети придут сюда, заберут их, и будут уже ухаживать дома, и потом спасают у себя в саду. Если у них нет сада, то они могут посадить здесь, сюда прийти. Ага, да. Все понятно. Ну так они посадят. Отлично, вообще отлично. Сильно. Так что, друзья, пока буду выключаться, вот такая вот здесь Bye-bye. Мальтийская житуха проходит. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.